По-моему, овраг для них оказался тьфу. Я не успел даже на лодке приплыть по течению. Уже слышу голоса. Мимо прошел, да? Кто? Ты. О! О! Ничего себе. Сейчас тут будет пляж и яблоня. Значит, уже пляж, потому что... Блин, значит, нужно обратно возвратиться к яблоне. Нет. Напротив яблони... напротив пляжа яблонь. С тропинкой. Тропинка, но яблони раньше. Яблоня. Пам-пам. Пошли к яблоне. Ищем яблони. Угу. Все. Идем. Ищем. Так, Сэм. Цифра 7. Мое любимое число. Вот видите, как вы мимо прошли. Вот видно, внимания нету, да? Вот. Ну да, печально. Внимание печально. Есть. Все на виду. Да, конечно. О, нашел. Ну, как я и предполагал, это найдете сами. Ты рядом с деревом совсем. Что, давай нож. Который сделал на монтаж. Показывайте. Техника безопасности. Нож убрал. Рука потная. Опа. Так, течение. Угу. Вот так. Течение туда, пляж. Ивняк. Че там? По этой стороне, значит, идти на. Да. Да, уже недалеко. Да, на конце пляжа. Недалеко. Санек, ты у правильного куста. Ну, я смотрю по карте. Постоянно где-то куст должен быть. Номерок, да, там. Вот он. На. Их, прошел мимо. Санек, холодно. Илюха, холодно. Степа, холодно. Ну, тогда, значит, тут тепло. Слушай, Серега, где? Нет. Серега, он, конечно, потеплее, но все равно ему холодно. Санек, тебе немножко тепловато. Когда жарко будет? А когда найдете, тогда совсем жарко будет. О, даже такие жертвы пошли. Ну, жертвы правильные. В правильном направлении. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, как вы все недалеко. Их Санек опять замерзать пошел. Ну, близко-близко крутится. Давай, Серег, лезь. Или хныряй. Я тут сейчас, знаешь, не... Че, давай я посмотрю, я разутый. Где посмотреть, говорите? Здесь. Ну, нет тут. Нету, вот где здесь может быть? Нету. Знаешь, тут сейчас следы вот были. Нету. Нарушение. Здесь нету. Вот здесь именно здесь есть. Нету. Ну смотрите. Вот еще трава примята. Ну там типа наклонена. Вот здесь что ли трава примята? Ну типа вот она тут. Ну, вот наклонена она. И чего? Да, сейчас все равно на ту сторону. О, серьезно? Да. Переплывать весело будет, пацаны. Надо там переплывать, чтобы идти по лесу. Здесь мы не переберемся, не вылезем тут глубоко. А там кто-то... Ого, а, неплохо. Кирпич.
Эх. Сломал шарик. А там еще завернутый, я думаю, так просто. Так, течение туда. А, как раз рядом с деревом, по сути. Да. Вот, ручей, да, да, рядом, да, с деревом. Скорее всего, на дереве и есть. Да, нелегко дается, нелегко. Ну не, я вам рано подскажу, быстро больно идем. Больше подсказывать не буду. Я поправлю, что, Серег. О, вот так вообще нормально. Сейчас я все уложу. Да я моё. Нось. Да доплыви уже, все. Да куда плыви я? О, бетон или кирпич, не знаю. Тут шара нет, и тогда я какой-то кирпич нашел. Достань. Блядь, я сейчас протрёт её. О! Давай, ныряй. Конечно. Ищи, она тут где-то. Так хочется подсказать. 5 метров. Мне кажется, но вы еще не искупались. Может, наверху. А что, нырять надо? Не, ну еще не накупали же, вы же не остыли. Покупать. Если шарик, то кирпич лежит. Потом, если что, наверх. Так, а если шарик... Илюх, ты вообще, вот смотрю, ты размышляешь нехило. И там, нет, сям. Ну, в смысле, если нехило? Шарик, естественно, кирпич. А если кирпич, а если кирпич, значит не наверху, а на дне, естественно. Да, не говори. На дереве висит. А, бля, ну ты дурак. Я рядом стоял, прикинь, не нашел. Что, все? Все. Вот он, гвоздик. Ты думаешь, еду? Как матеры. Ножичек кто-нибудь доставайте. Хорошо. Так, Серега, на. Сверток. Так, ну что, здесь будет распечатывать? А я за раками поплыл. Да. Все, давайте. Опа. Я прямо из водички-то не вылажу. Я бумажку открываю, смотрите. Не надо, пока ты... Легче полегче. На, принимай, какую бумажку. Ну вот лежал, нет. Все. Можно без этого, Степ, я лодку держу. Молодец. Ну что, без тебя утонет, что ли? Да. Она отплывет, это как минимум. Как ты ее держишь? Так, ты ногами. Просто... Ты висишь. Сейчас, секунду. Блин, ветка. А что за майк? Твоя? Моя. Или моя? Это моя, черная. А может, моя? Нет, моя. Так, а я что такое? Так, ну 4 штуки я им конкретно подсказывал. Еще остается 4 штуки, пусть сами теперь ищут. Иначе все чересчур легко получается. А они сейчас пойдут вот по тому берегу. Там сначала как парк идет, прям свободно. А вот там уже начинаются сложности. Там и бурьян, и крапива, и все-все-все, что можно. А вот за тем поворотом, где река поворачивает, там как раз и есть место, куда мы добираемся. Идем. Вы что там делаете? Ну догоните. Мы им говорим, мы говорили, что шлепки не надо надевать. В лесу и шлепки, прикинь. Не сей, я сейчас это на камеру, на телефон сниму. Ну я течешь.
Вот. Греча. У меня есть греча. Опа. Насыпь семян. Насыпал семян. У вас семечки есть? А у нас есть. Семечки. Нормально. Что там по карте? Да. Дай сюда. Я хочу все карты собрать, типа. Ну, у меня три, я три карты в ведро положил в пакет. Я как знал, что с собой надо было брать. В карман. Нормально. Люблю и умею ходить по лесу. Санёк, ты чихнул. Домой пошел отсюда. Давай, все, 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 домой. На, подержи. Сейчас, погоди меня. Красота. Вот по таким дебрям они сейчас и идут сюда, по берегу. Сними, Серёг. Как и предполагалось, там занято. Сильно? Две лодки, две байдарки.
Я думаю, мимо метки вы не пройдете. Я сзади пойду. Прямо иди. Да уже считай, на пляж выходим. Иди. Вот тропинка. Тропинка. Вот он. Ага. Вот он заметил. Хороший лука. 5 метров. Ну что, последняя подсказка за сегодня? Не-не-не-не-не. На последний. На счет звонок друга. Помоги, красавчик. И помощь зала. Да, помощь зала. Подожди. Я же говорю. Да отстань, а. Я бью от морозки. Так все равно не чувствую я в штанах. Я так в ладошках чувствую. Я вот так? В ладошках. Да. Ну, дальше весело, я прям чувствую. Видишь, нет пьёза, знаешь. Он по музыке. Определён. Это что? Это стол. Стол плен. Плен. Примерно в том месте. Он был как ты, плыл как ты, вот он. Стёжка вон на тропинка. Тропинка вон на стол, вон он. Сейчас все будет найдено. А получается здесь? Где карта-то? Ну, кого карта-то? Блин. Да ладно, Степа, ты самый быстрый у нас. Все на виду, все на виду. Мне один сучок на дереве нужен, чтобы я залез. Вот он есть. И я... Эй, дерево-то видел. Я вообще на нее очень сильно надеялся. Ну говорю, на дерево. Она была. Я сказал потряси. Она была прибита сверху. Причем в недоступном руке месте. Беспалевно. Еще под таким углом. Блин, ну да, вот это я не ожидал. Конечно, да. Это круто. Это было. Смекалка. Давай. Да не мусор. Вот в чем мне нравится. При монтаже, возможно, не пройдет авторские права из-за этой пизды. А если мы петь будем? Четвертый я. Нет. На крышу выйдешь. Топи бань, Серег. Кто-нибудь бревно пытался это убрать? Да, ну что ты трогаешь, я убираю. Да? Ну я и проверю. Просто знаешь, как глянешь такой, о, щель, а там паук. Блин, ну ее ни с одной стороны видно особо не было, а? А я встал и сверху Илю. Смотрю. Пустах. Чё, я понял, я там дрова искал. Чё, пойдём? Было бы офигенно в этом месте, вон, мы спускались там. Мы сколько, осталось последний или как? Там да. Есть баня одна, но она обязательно без котла. И туда есть подъезд, между прочим. Только я не знаю как. Я знаю, что там дорога есть автомобильная. А там баня вот из таких брёвен.